Я знаю по высказыванию многих людей малоимущих, это ноша, которую вынести практически невозможно. Если повышаются цены, то это должно быть чем-то оправдано. Я считаю, что у нас еще не абсолютно идеальная система поставки электричества, газификация и воды, чтобы повышать цены. Качество оказываемых услуг не поменялось, меняются тарифы, но я еще не почувствовала это на себе. Но мне кажется, что это в нашей стране почему-то у нас растут только тарифы, хотя у нас самая богатая страна полезных ископаемых и всех месторождений. Вот для меня это не очень понятно, и мне кажется, от этого очень страдает особенно регионы. Я готова платить и на 2, и на 6% больше за коммунальные услуги, если мне их будут предоставлять в полном объеме и абсолютно правильно, грамотно. Да? Но когда я пишу, хожу там в ЖКХ, ну, в нашу контору, да, и пишу, там, что у меня там сломались ступеньки при входе, и на это никто не обращает внимания. Мы стоим на грани того, что люди начнут бросать жилье и жить на улице. По крайней мере, я вот... обихаживая несколько бомжей в нашем районе, и они всегда пасутся у моей квартиры. Среди них есть одна женщина, которая просто вынуждена была жить на улице, потому что не в состоянии была платить за содержание жилья, которое у нее было.